Очень люблю грибы, в любом виде, жареные, тушеные, печеные, фаршированные, в блюдах и прочее. Расскажу, как приготовить грибы, жареные с колбасой, которые отлично подходят к любому гарниру. Готовила и подал грибы с колбасой к спагетти, но они отлично подойдут и к каше, картофелю, использовал вешенки, которые можно заменить обычными шампиньонами, белыми грибами и другими. Колбасу брал двух видов, копченую и вареную, очень хорошо подойдут бекон или другие копчености. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Лук чищу и ополаскиваю водой, затем нарезаю полукольцами. Сковороду разогреваю с растительным маслом, выкладываю в нее лук, обжариваю его до мягкости. 2. Вешенки достаю из упаковки и мою, откидываю на дуршлаг, чтобы ушла лишняя влага. 3. Нарезаю грибы ломтиками или любой другой формы. 4. Отправляю грибы на сковороду к мягкому луку, перемешиваю. Ставим лайк и подписываемся. 5. Колбасу нарезаю кружочками, затем каждый еще ломтиками, использовал два вида для более насыщенного вкуса и запаха. 6. Отправляю колбаску на сковороду к остальным ингредиентам, перемешиваю и обжариваю несколько минут, солю. 7. Подаю колбасу с грибами к гарниру из спагетти, украшаю розочкой из помидора, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Вешенки, 200 грамм, луковица, 2 штуки, колбаса вареная, 50 грамм, колбаса копченая, 30 грамм, растительное масло, 2 столовые ложки, соль, 1 щепотка, количество порций, 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачи!